Мам! Мама, мы дома! Подожди, пожалуйста, можно я, пожалуйста? Конечно, давай. Ольга Александровна! Сыночка ваш любимый приехал! И Катя Шалашовка эта, которая замуж за сыночку вашего вышла и всю вашу королевскую кровь Талдыкиных зафарчмачила! Мы дома! Какой нахрен ты дома? Мы что, в лисьей норе, что ли? Это сыночка мой дома! Сыночка! Сыночка, 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 присыночка, сыночка, сыночка, ой, сыночка красивый! Ой, какой ты! Это не сын, а сын тропе, честное слово! Ой, я как вспомню, как я его рожала! Ой, такой красивенький, розовенький! Родился и сразу поплыл! Я же его в воде рожала! Я ему говорю, ты куда, сынок? Ты куда, сыночек? Скорая долго ехала! Ой, ну иди, Катя, обниму! Правда, я? Ну, чё? Давай, иди. Здравствуйте. Давай. Ой, как непривычно. Ну что, теперь я, правильно? Не надо, куда я вся грязная. Всю ночь чурчхелу делала. Слушайте, как ее делают, эту чурчхелу, а? Вот как эти орехи туда всовывают? Что это за тесто такое? Это вообще тесто, но какое-то липкое, сладкое, розовое, коричневое, синее. Вообще непонятно нифига. Взяла я тут старый шланг от стиралки, туда орехи позасовывала, в морозилку положила. Миша сожрет. Или Катя сгрызет своим этим приспособлением под носом. Да, Кать, тихо-тихо-тихо. Выдыхай. Мам, вот мы об этом хотели с тобой поговорить. Что она там, что? Дело в том, что каждый раз, когда мы с Катей приезжаем, ты над ней очень обидно шутишь, понимаешь? И поэтому Катя начала ходить к психологу. Чего? Че, серьезно, что ли? А я думаю, что на пороге мокро, а? Катька, это у тебя фляга потекла. Мама, сейчас пойду мама, да, ну, все, тихо, мама. А? Мама, это правда не смешно. Катю это задевает. Катюша, дочечка. Не моя. Не, а что ты так паришься? Ну я же просто шучу, а? Ну это же шутка такая. Я когда говорю, что ты нам не ровня, я шучу. Или когда я сказала, что у тебя по-любому в роду лиса была, я шучу. Тем более на свадьбе все родственники ржали. Особенно твои. А мать вообще твоя кричала: «Жиза!» Я помню. Да, я шучу. Мам, вот ты, честно говоря, такая токсичная, что я тоже хожу к психологу. Ты чё, сучка? Мама! Мама! Довела моего ребенка, сыночку моего довела. Он у меня такой умница, такой красавчик, а? Медалист. И что теперь он будет ходить во дворе воробьям феги крутить? Буду в психушку приходить, говорить: сыночка, ты меня узнаешь? А он мне будет говорить: я Наполеон. И раскраской меня бросать, которую я ему подарила. Мам, это не психушка, понимаешь? Это не психушка. Врач просто прорабатывает мои проблемы. И находит, из-за чего они взялись. Вот мой говорит, что у меня все проблемы из детства. А, понятно. Типа мама виновата, да, в твоих проблемах? А? Ну, это психолог так считает. Да? Не, а я. Психолог тебя вырастил, родил, кормил? Титька тебя кормил, твой психолог? Что одна титька длиннее другой, что когда печатаю все время пробел, 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 пробел. Психолог тебе водительские права переспал? Может, купил? Сынок, у нас всегда с деньгами туго было. А твоей тете это не составило никакого труда. Или психолог тебе нашел красивую девочку, невесту? Ой, спасибо вам большое. Да куда ты со своим рылом лезешь? Девочка, Светочка, такая хорошая, такая статная, титечки, попочка, все при ней. Я проституткой работала за границей. В Минске. Здрасте. Кисонька-мурлысонька, я на крышу залез, антенну поправил, все. Теперь соседи тоже ни хрена не берет. Да? О, отлично. Так, наравне будем жить. А это кто вообще? Как кто? Муж мой. Чего? Ну, у нас у викингов так. Когда муж умирает, жена к брату переходит. Мам, ты что несешь-то? Ой, да шучу. Куда ты лезешь еще? В туалете он твой отец. С утра зашел, уже обед и ночь. А может, и помер там, фиг его знает. А это брат его иный приехал к нам в отпуск. Что за прикол вообще? С другого города приехать в другой город, жить в квартире и смотреть те же передачи. Отпуск летит, твою мать. О, здорово, сын! Здрасте. Привет. Чё, мать?
Наш прикол про викингов уже прикололо? Да, тут нас другим приколом прикололи, да? Да. Рассказать? Ну что, сын у нас наркоман, Катя его на наркотики подсадила. Походу, это он дедовские погоны дома снял. Да ты что делаешь? Я вообще не так сказал, вообще не так. Я просто сказал, что я занимаюсь психологом, понимаешь? Mm-hmm. И мой психолог сказал, что во всех моих проблемах виновата мать. Да. Легендарное возвращение руки Гены. Букины с 18 декабря в 8 вечера. Премьера на ТНТ.